Hello friends, my name is Ksenia and we are learning Russian. We continue our course on 100 Russian verbs. We are going to finish this course soon. Let's learn 5 verbs of today's lesson. First verb is to fly, летать, летать, infinitive, летать. I fly to the sea twice a year. Я летаю к морю два раза в год. Twice a year. Два раза в год. Я летаю к морю два раза в год. Another forms. You fly to the sea twice a year. Ты летаешь к морю два раза в год. He flies to the sea twice a year. Он летает к морю два раза в год. She flies to the sea. Она летает к морю два раза в год. Plural, we. We fly to the sea twice a year. Мы летаем к морю два раза в год. You plural. You fly to the sea twice a year. Вы летаете к морю два раза в год. They fly to the sea twice a year. Они летают к морю два раза в год. Я летаю, ты летаешь, он летает, она летает, мы летаем. Вы летаете, они летают. Next verb – носить. Infinitive – носить. To wear – носить. I wear jeans on weekends. Я ношу джинсы по выходным. Я ношу джинсы по выходным. You wear jeans on weekends. Ты носишь джинсы по выходным. He wears jeans on weekends. Он носит джинсы по выходным. She wears jeans on weekends. Она носит джинсы по выходным. We wear jeans on weekends. Мы носим джинсы по выходным. You plural, you wear jeans on weekends. Вы носите джинсы по выходным. They wear jeans on weekends. Они носят джинсы по выходным. Я ношу, ты носишь, он носит, она носит, мы носим, вы носите, они носят. Now I say it fast for you to remember the different ways of pronouncing. Я ношу, ты носишь, он носит, она носит, мы носим, вы носите, они носят. Я ношу, ты носишь, он носит, она носит, мы носим, вы носите, они носят. Next verb – желать, to wish. Желать, infinitive, желать. I wish grandmother health. Я желаю бабушке здоровья. Grandmother, бабушка. Я желаю бабушке здоровья. Health, здоровье. Я желаю бабушке здоровья. You wish the grandmother health. Ты желаешь бабушке здоровья. He wishes. Он желает бабушке здоровья. She wishes the grandmother health. Она желает бабушке здоровья. We wish. Мы желаем бабушке здоровья. You plural. Вы желаете бабушке здоровья. They wish the grandmother a health. Они желают бабушке здоровья.
Я желаю, ты желаешь, он желает, она желает, мы желаем, вы желаете, они желают. Now all three verbs in all forms. I wish, I fly, I wear. Я желаю, я летаю, я ношу. Ты желаешь, ты летаешь, ты носишь. Он желает, он летает, он носит. Она желает, она летает, она носит. Мы желаем, мы летаем, мы носим. Вы желаете, вы летаете, вы носите. Они желают, они летают, они носят. Next verb. Пробовать. To try. Пробовать. I am trying to do a new exercise in a new exercise. Yes, I am trying to do a new exercise. In a gym, for example. Я пробую сделать новое упражнение. Я пробую, I am trying or I try. Я пробую сделать новое упражнение. New exercise. Новое упражнение. You try or you are trying to do new exercise. Ты пробуешь сделать новое упражнение. He tries. Он пробует сделать новое упражнение. She tries. Она пробует сделать новое упражнение. We try, we are trying to do new exercise. Мы пробуем сделать новое упражнение. You plural, you try. Вы пробуете сделать новое упражнение. They try. Они пробуют сделать новое упражнение. Я пробую, ты пробуешь, он пробует, она пробует. Мы пробуем, вы пробуете, они пробуют. And the last verb for today – to put. To put – ставить. Infinitive – ставить. I put the book on the shelf. Я ставлю книгу на полку. Я ставлю книгу на полку. The verb «ставить» means only if something is standing. Ставить. Not like this. This is not ставить. This is класть. This is ставить when somebody is standing. Я кладу, я ставлю. Я ставлю книгу на полку. I put the book on the shelf. Я ставлю книгу на полку. You put the book on the shelf. Ты ставишь книгу на полку. He puts the book on the shelf. Он ставит книгу на полку. She puts the book on the shelf. Она ставит книгу на полку. We put the book on the shelf. Мы ставим книгу на полку. You plural, you put the book on the shelf. Вы ставите книгу на полку. They put the book on the shelf. Они ставят книгу на полку. Я ставлю, ты ставишь, он ставит, мы ставим, вы ставите, они ставят. Now your favorite part, training. Let's take a verb носить, to wear, but make a sentence. We've learned. I wear jeans on weekends. Я ношу джинсы по выходным. But now let's translate a sentence. I wear suit in the office. Я ношу костюм в офисе. Я ношу костюм, suit, костюм в офисе. Easy. In the office. В офисе. Ношу костюм в офисе.
I say English sentence, you say Russian sentence in all six forms of the verb носить. Let's start. I wear a suit in the office, you say Russian. Я ношу костюм в офисе. You wear a suit in the office. Ты носишь костюм в офисе. He wears a suit in the office. Он носит костюм в офисе. She wears a suit in the office. Она носит костюм в офисе. We wear a suit in the office. We all wear one suit. Okay. We wear a suit in the office. Мы носим костюм в офисе. You plural. You wear a suit in the office. Вы носите костюм в офисе. They wear a suit in the office. Они носят костюм в офисе. Or to be more correct, we may say мы носим костюмы, plural. Мы носим костюмы. Вы носите костюмы. They wear. Они носят костюмы. Молодец. Now let's train six forms of the verb to wish, желать. We've learned I wish my grandmother health. Я желаю бабушке здоровья. And now let's train I wish my sister love. Я желаю сестре любви. Я желаю сестре любви. I say English sentence, you say Russian sentence. I wish my sister love. You say in Russian. Я желаю сестре любви. You wish the sister love. Ты желаешь сестре любви. He wishes the sister love. Он желает сестре любви. She wishes. Она желает сестре любви. We wish the sister love. Мы желаем сестре любви. You plural, you wish the sister love. Вы желаете сестре любви. They wish the sister love. Они желают сестре любви. Молодец. Now let's repeat a verb from previous lessons. Let's take a good verb to help. Помогать. I help my mother to cook dinner. I help mother to cook dinner. I say English sentence, you say Russian sentence. I help mother to cook dinner. Я помогаю маме приготовить обед. To cook dinner, приготовить обед. I say English sentence. I help mother to cook dinner. You say Russian. Я помогаю маме приготовить обед. You help mother to cook dinner. Ты помогаешь маме приготовить обед. He helps mother to cook dinner. Он помогает маме приготовить обед. She helps mother to cook dinner. Она помогает маме приготовить обед. We help mother to cook dinner. Мы помогаем маме приготовить обед. You plural. You help mother to cook dinner.
Вы помогаете маме приготовить обед. They help mother to cook dinner. Они помогают маме приготовить обед. Молодец! This lesson is over. I have left to record 2 lessons of the course 100 Russian verbs. I have 5 verbs for lesson 19, and you can recommend verbs for lesson 20. There are some vacancies for verbs. See you in my next lessons. Follow my YouTube channel, join our Facebook page. If you want to support this project, you can make a donation. Link in the description of this video, because these lessons are free and it takes a lot of time and efforts to make these videos. You may donate if you like. See you! Let's learn Russian and make friends! Давайте учить русский и дружить! Пока!